Та-дам! Это снова я, и всем привет, 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 мои хорошие! Безумно рада видеть вас снова на моем канале. Я знаю, что я безумно давно не выкладывала ничего, и поэтому я очень рада снова сказать вам всем большой привет, добро пожаловать, и надеюсь, что это видео вам очень понравится. На самом деле, мне очень захотелось, чтобы это видео было максимально таким натуральным, естественным. Я сама, как видите, сейчас супер домашняя, и я просто хотела поболтать с вами, рассказать о том, что происходило за последнее время, пока меня не было на YouTube. И также, конечно, показать вам много суперклассных, красивых вещей, косметики и не только, которые мне присылали. И самое главное, как я считаю, одно из самых полезных, это промокоды, которые вы найдете на протяжении всего видео. Они будут давать вам разные скидки при заказе. Я считаю, что это очень круто, потому что сейчас такой сезон достаточно затратный, и мы все ищем подарочки для наших родных и близких, хотим их порадовать, но при этом сильно тратиться, согласитесь, не хочется никому. Мне кажется, у меня просто какой-то взрыв эмоций сейчас, потому что я очень долго не разговаривала на камеру, и у меня слова просто каким-то потоком выливаются сейчас. Надеюсь, что это не очень так надоедливо выглядит. И дабы не затягивать, давайте перейдем к видео. И начать я хочу... Нет, не с косметики, ее еще сегодня вам хватит. А начать хочу с часов Daniel Wellington, которые мне очень-очень давно нравятся. И это, наверное, один из первых брендов, на которых я подписалась прям осознанно в Инстаграме, потому что у них безумно крутые фотки, они суперклассно интегрируют свои продукты вообще в этот мир, если можно так сказать. И я заказала у них несколько моделей часиков, которые сейчас вам покажу. Мне пришли вот такие вот три модели. Предлагаю прям так их надеть и быть просто самой классной, которых богато ставил. Первые такие вот супер минималистичные. Мне очень нравится ремешок, правда, его нужно укоротить, он мне пока немного большой. На мое тонкое запястье вообще бывает сложно найти подходящие часы, на самом деле. И что мне нравится в них, они такие супер простые, незамысловатые, но при этом выглядят очень стильно и не смотрятся дешево, что тоже очень важно. Как раз-таки Daniel Wellington, тот бренд, который, как я считаю, сочетает в себе цену и качество. Вы не переплачиваете за бренд, но при этом получаете достаточно хорошее изделие, которое сможете долго носить. Вторая модель вот такая вот в белом цвете. И у нее, кстати, сменный ремешок. Я еще заказала ремешок такой коричневый, еще не успела его на них примерить. И фурнитура у них такая золотистая, даже это розовое золото. Вот, мне безумно нравится этот оттенок, потому что он не выглядит так навязчиво, как желтое золото, например. И третья модель, здесь ремешок такой тканевый, черный и черный циферблат. То есть это такая полная противоположность вот этой модели. Но, тем не менее, мне она безумно нравится, потому что они смотрятся очень эффектно. Но при этом тоже в них нет ничего помпезного, их можно носить с абсолютно любым луком. И какие плюсы вы можете получить, сделав заказ у Daniel Wellington? Во-первых, это праздничная упаковка, которая идет бесплатно в этот предновогодний сезон, что очень классно, очень удобно. Во-вторых, это очень быстрая доставка в Россию, и она бесплатная. Это очень сильно радует, потому что иногда, когда заказываешь что-то по интернету, доставка в Россию выходит чуть ли не столько же по цене, сколько сам товар. И ты уж такой думаешь, блин, стоит ли его заказывать вообще или нет. И третий плюс... Вот так скорее. Это то, что у меня для вас есть промокод. Та-дам! Ловкость рук и немного магии, и вы получаете минус 15% у них на сайте. Теперь перейдем к макияжу. И следующий бренд, о котором я хотела бы рассказать, это Lime Crime. Они мне прислали просто безумно крутую посылку, и она переполнена ностальгией, потому что она содержит в себе очень много штучек, связанных с лично моим детством. Я не могу себя по праву назвать ребенком 90-х, но ребенком нулевых это точно, потому что у меня были вот эти вот все штучки, заколочки с цветочками и жвачки Love Is. И, конечно, вот эта вот штучка... Не супер крутая идея для подарка, ну точнее, это может стать дополнением неплохим какому-нибудь набору, но не советую этим ограничиваться. А о чем я хотела рассказать, так это о крутой палетке их новой. Выглядит она вот так, очень мило. Она есть также в голубом и розовом цвете, но мне досталась палеточка Pink Lemonade. Вот такие вот тени посередине и
по бокам вот так вот здесь блестящие оттенки, а вот по этой диагонали матовые, что очень круто, потому что вы можете экспериментировать. А вот эти вот розовые оттеночки, они очень крутые, особенно вот этот, он такой прям безумно яркий, посмотрите. И вот этот желтый, я сначала думала, что он немножко бесполезный, но потом, когда я попробовала нанести его в уголок глаза, в сочетании вот с этими розовыми, он смотрится просто потрясающе. Я немножко пачкаться буду на протяжении этого видео. Еще помадка. Она безумно вкусно пахнет, кстати. И дизайн мне тоже очень нравится. У них упаковочка. Я специально оставила у некоторых предметов упаковки, чтобы просто вам показать, потому что это очень красиво. Цвет называется Red Rose. Цвет у нее тоже очень красивый. Такой бордовый, розоватый, что ли. Я, конечно, мастер в описании цветов, и при том, что она сейчас немножко блестит, она вот застынет и будет прям матовая, и она держится безумно долго. Ну и что вы думаете, от Lime Crime у меня даже есть такой вот вкладыш, где написано «Привет, Мари! Дарим твоим подписчикам скидку минус, внимание, 20%!» И промокод... Чарам! Пользуйтесь на здоровье! Так, я тем временем вся измазалась просто как маленький ребенок в помаде. Следующая посылочка от Lancome, и она мне пришла достаточно давно, но эту коробку я храню уже, не знаю, несколько месяцев, и все очень-очень давно хотела вам ее показать. Это линия косметики, называется Monsignor Big. Здесь различные средства. У нас несколько средств для бровей. Три таких вот маркера, я их половину уже очень сильно использовала. Это вот более темный. Вот этим я пользуюсь почти всю осень, потому что он... Ой. Потому что он безумно удобный. Им вот так вот можно проводить и очень быстро рисовать бровки. А с другой стороны такая вот щеточка. Ей, конечно, не очень удобно размазывать продукт, если у вас особенно тонкие брови, но она тоже может найти свое применение. И перед этим можно нанести такую вот базу. Это воск. И также здесь есть тушь и подводка. Я их еще не открывала. Туши я очень часто берегу, потому что у меня сейчас уже маковская открыта. А вот эту вот буду использовать. Оставила, как говорится, до лучших времен. В общем, набор для идеального взгляда и обрамления этого взгляда у нас есть. И далее я хочу немножко сменить тему и поговорить о волосах. Потому что от Avon мне пришла такая вот чудесная мадам. Коробочка со средствами. Вот так вот можно делать. Здесь у нас серия средств по уходу за волосами с гиалуроновой кислотой. Здесь у нас есть сыворотка-заполнитель для волос. Обожаю такие штуки, потому что у меня волосы пушатся очень сильно, особенно зимой. Кончики пересушенные слегка, поэтому вот я их стараюсь разными маслами обрабатывать, заполнять. И здесь есть шампунь и кондиционер. А еще сыворотка-заполнитель. Тоже, кстати, очень удобный формат для поездок, если вы любите путешествовать, но не любите брать с собой огромные такие вот боди с масками, сыворотками, кремами, шампунями и так далее. Вот такие вот штучки, это всегда супер. Итак, следующий бренд, от которого я как супер хорошо ведущий в течение года себя ребенок получила подарочек, это Studio Sweden. Они выпускают очень классные наушники, и те из вас, кто давно подписаны мне в Инстаграме, наверняка уже подметили для себя их продукцию, потому что я там рассказывала вам о двух их моделях, и мне пришла в этой коробочке, которая уже, кстати, на себе почувствовала стойкость помады Lime Crime тоже. Вот такая крутая модель. Вот эта форма, она такая неспроста, необычная. Эта штука нужна, чтобы наушники хорошо закреплялись внутри уха и не выпадали, потому что у меня есть их более ранняя модель без нее, и они на самом деле иногда выпадают. Если ты, допустим, бежишь куда-то по делам, это не очень удобно. Они безумно милого розового цвета, подходят под мой розовый iPhone. Так вот, это все нужно впихнуть в ухо, но зато они сидят и правда достаточно плотно и подключаются через Bluetooth, и можно слушать музыку, не переживать о том, что они выпадут. Естественно, у Studio я тоже дарю вам скидочку 15% по вот этому промокоду. На этом первая часть видеокоробки подходит к концу, и в следующем видео вы найдете еще больше интересного, поэтому убедитесь в том, что вы подписаны на мой канал и следите за обновлениями.
never gonna...